приветствуем. Мы – Арктурианский совет. Мы очень рады сообщить, что июнь будет волшебным месяцем для человечества. У вас есть следующая партия массовых пробуждений, чтобы с нетерпением ждать. И у вас также есть летнее, зимнее солнцестояние в июне месяце. Но темой энергии в июне месяце будет стабилизация ваших трех нижних чакр. Вы должны быть стабильны в своих корневых сакральных чакрах и в солнечном сплетении, чтобы быть заземленными в своих телах. Вы должны быть заземлены в своих телах, чтобы знать, что вы чувствуете, и быть в состоянии открыться высокочастотным энергиям, которые всегда приходят, чтобы поддержать вас, обновить вас и дать вам то, о чем вы просили. Поэтому эти июньские энергии стабилизируют вас в ваших нижних трех чакрах, помогая вам очистить то, что больше не служит вам и что никогда не принадлежало вам в первую очередь. Они помогут вам отпустить то, что вы держали в этих чакрах. Они помогут вам очистить, а также сбалансировать и выровнять эти чакры, чтобы вы могли двигаться вперед в своей жизни уверенно, сильно, с чувством силы и чувством того, кто вы есть на самом деле, как существо энергии источника, а не цепляться за представление о том, кто вы есть, как эгоистическое существо. Теперь вы также сможете извлечь больше пользы из энергии солнцестояния, из-за этих стабилизирующих сил, которые будут вокруг вас, помогая вам и призывая вас чаще сидеть, расслабляться и освобождаться. Это то, что вам действительно нужно сделать в это время. Цепляние за ваши привязанности ухудшит состояние и замедлит вас. Вы хотите плавной, легкой и радостной поездки, повышению уровня вашего сознания и, обращая внимание на то, что происходит внутри вас, а также на то, какие энергии доступны вам, вы всегда будете находиться на этой лучшей временной шкале для вознесения. Вы создаете свой собственный опыт этого путешествия, и тем более вы стабильны. И чем больше у вас инструментов, тем легче вам создавать. В прошлом вам, возможно, говорили, что только ваши мысли создают вашу реальность. Вот и все. Просто думайте о хорошем, и все будет хорошо. Но вы прошли этот уровень обучения. Вы эволюционировали на более высокий уровень сознания, где вы понимаете, что есть нечто большее, чем просто ваша способность думать о цели. Вы также должны быть готовы прочувствовать все чувства, столкнуться со всем, что приходит к вам, и вы не могли придумать свой выход из любого из них. Итак, приготовьтесь создавать свою реальность с мощными энергиями, которые поддерживают вас, выравнивают вас и дают вам все, что вам нужно, чтобы двигаться вперед, все ближе и ближе к пятому измерению. Мы – Арктурианский совет, и нам понравилось общаться с вами.